То если они материал вовремя приведут весь, я соберу до пятницы все полы, и здесь останется только на субботу-воскресенье, это там маленькая комната. Я успею сделать на субботу. Так, добрый. Здравствуйте. Добрый. Евтрудис, да? Да. Так, ну что тут? Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваша тетя, да? Как в фильме. Из Бразилии. Слушай, смотри. Короче, в пятницу вот решили за свадьбу. Команде тоже подойдет, наверное, да? Решили, вот когда паркет снял до сюда, думаю, нахрен, нужно сломать лучше до конца. И нашел дырку. Нашел? Вот там вот как раз. Сейчас я открою. Открываю. Туда под низом и затекало. Поэтому... Открылось там? Здесь лучше поставить. Открылось, да? Единым куском, чтобы, представляешь, правда, и снова такая же. Потому что у меня когда стояло здесь, было вытянуто, под давлением стояло. Хорошо, когда ты вот железобетонно закончишь-то? Какие у тебя ожидания? Евгения говорит так, что нужен кто-то. Я говорю, а здесь не нужен никто. Здесь вот пойдет все вот так. Если завтра залью... На сколько дней у тебя, скажи? А? Сколько по времени? К концу недели тогда. Я думал, до среды, если не ломать. К концу недели надо добить. Здравствуйте, проходите, да. Один. По фото себе на память. На память. Все в сборе. Вся фирма, как она там. До тебя ж не дозвониться. Послушай. Приходится ехать. Говорю, лучше приехать. Тут пылесос, прочее, так хрен тебя услышишь. Нашел я эту. Место, где тепло, да? В шкафу. В этом, да? Ну, соседка так и описывала, что у нее лилось именно в коридорчике. А что это, с чем связано? Не знаю. Когда стал... труба, не было соединения. Это канализация текла? Или... Канализация. А, соединение где-то. Или же... соединение, или пережато было креплением. Визуально внутри на трубе не было повреждений. Смотри, секунду, послушай. Это когда, спустя год. Когда стал долбать, ага. Когда стал долбать, сразу вонь пошла вот под этим, под шкафом. Если вонь пошла, значит, оттуда и текло. Вода стала уходить. У меня под давлением стояло, а высосал сразу все. Чтобы туда не пошло. И там было где-то вот этот гипсовые растворы, все были мокрые. Не знаю. Или креплением перетянуто было, где-то щель была, знаешь, вот, со временем. А там как раз яма. Вот так вот идет. Короче, тут три ямы. А? До конца недели, да? Ну, тогда уже точно до конца недели. Ну тогда да, теперь хоть обмахаться. Ну это воскресенье недели, или да? Пятница, конец? Ну воскресенье я закончу, конец недели я буду в субботу. Просто, да, чтобы мне покупателю сказать уже срок, потому что они видели в этом в хорошем состоянии квартиру, и как раз это все случилось. Я только поставила на продажу 20 какого-то, 3 или 27 сентября, да? А к 29 октября... А вопрос, а вас почему вы продали, если не секрет? Я продаю за 132 тысячи евро. Ну, потому что там шкафы эти встроенные остаются. И да? Да вообще сразу. Почему? Сразу двое вот так вот. Хоп. Вау. Ну, сейчас хотят люди... Не знаю. Забавно. Не знаю. Стоят квартиры. У нас сейчас 15. У меня маклер очень хороший. Агрессивно 15 продаю. 15 квартир. Юрий, высоко. Квартир. Смотрят, ходят вяло. Ходят, но видите, я уже тут жила год. И я уманик. Может быть, поэтому... Ну, я так думаю, я не знаю. Ну, тоже, ну, ладно, нет, ну, у вас там, видите, как бы история иногда, что вы покупаете... Не все же хотят с аукциона как бы брать, что... Ну, это я так, может я быть, думаю, что мои какие-то домыслы. Очень странно. Хотя мне вот эта ваша, которая на Асундусе 6-25, она мне сразу, я как зашла, я сразу поняла, что это... Ну, даже то, что это Коасома, только единственное, конечно, хотелось бы за моральный этот... Скидочку. Да, не за 125, а мы же уже сделали там
Мы ее за оценочная за 137. Нет, 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 за 125 я говорю. Нет, оценочная у нас за 137, если могу оценочную кусать. Не, я верю, но она же не сделана, это она же как Касоман продается. Нет, это именно как Касоман 137. Я все понимаю. Касоман, ну, да. Но, ну, хорошо, я, но, я не, но мне хорошо. Нужно еще купить. Чего, не я что хочу я меньше, чем 125 у вас ее взять. Да, то есть, и на сына оформляю, чтобы у меня тоже никто не спер ничего. У меня тоже хватает таких. А что у нас здесь с этим самым? С, просто любопытно для кругозора технически. Что там было с соединением еще на будущее? Просто понятно. Давление поднялось. Слушай, тогда единой трубой ставить. Скажите, Геркулес, нам на диван довести вот этот нереально для мальчиков ваших последняя осталась часть? У нас единственное, что какое-то, это я уже подняла кровать. Я спокойно. У меня просто денег вообще сейчас. Да, не проблема. Не хватает. Это мои вещи просто, я, то, что сейчас шла. Нет проблем, я напишу тогда с вами, чтобы... Чтобы довезли вот это и все. Да. И, потому что остальное я уже все перетаскала, все, что можно. И мусор. Мусора опять 5 мешков. Ну, мусор это уже после вас, когда закончится, да. Нет смысла раньше, я думаю. Нет, я имею в виду вон эти камни. А, ну камни-то я-то точно таскать не буду. Куда их? Некуда их сунуть. Не, я-то не знаю, но это уж как-то ваши, наверное, дела. Ну, вы сами видите, как. А обещала ведь Инга, что за 2 недели как бы уложится, да? Ну, обещала. И у меня клиент был на понедельник назначен на 20. Хорошо, все. Тогда кровь из носа, если... Кровь из носа. До воскресенья больше никаких. Нельзя больше делать, ну, потому что иначе я не смогу... Мне еще вытащить, еще ручки позолотить бы чуть-чуть, нафиг. Да, вот тоже говорит, да, что да, надо. Да, вот я только излочу все. Ну, как-то видите, надо. Кто-то должен быть золотой жилой, правильно? Только золотая ручка. Скоро дозолочусь так, что буду... В банкроте. Еще поеду. Закройте фирму, закройте это все. Банкротик. Уедьте в Россию. Ничего. Я знаю вас, литовцы. Не, я шучу, это у меня такое... Черный юмор московский. Сяду дома, буду сидеть просто, ничего не делать. А я думала, сядете, если что, куда-нибудь. Ах, сяду. Ладно, все, это до воскресенья. А как выглядит этот руман? Просто интересно, уличная. Уличная нету ее. Да, скиньте. Ладно, все, я пошел. Я ребятам выслал. Для таких вот соединений. Насчет вашей просьбы подумаю, что-то, чтобы... Поменьше, конечно, чем 125 тысяч, да? Да, приятно. Давайте... Поменьше, чем 125. А, уже, ну, не совсем. Я что-нибудь придумаю. Ну, 125 это максимум, что я... Ну, это не больше, чем 125. Ну и что толку? Пришли, посмотрели, типа показались.